Изобретательство мне нравится тем, что самая простая вещь становится особенной, если к ней добавить технологии. К примеру, перчатки. Все к ним привыкли, у всех они есть, но я добавил сенсоры и получил устройство «Перчатки для сурдоперевода». Мое изобретение преобразовывает жесты в текст. Это снимает барьеры в общении для глухих и слабослышащих людей. Устроены мои перчатки несложно. На каждом пальце закреплен резистор изгиба, который меняет свое сопротивление в зависимости от степени сжатия пальца. Показания с каждого датчика отправляются на плату Intel Galileo, и в зависимости от жеста соответствующая буква выводится на дисплей. Со своим изобретением я поеду на конференцию Intel ISF, где соберутся молодые ученые со всего мира. Сейчас я вдохновляюсь работой команды Maestro, с которыми познакомился в клубе выпускников программы Intel. Так совпало, что основа их изобретения – тоже перчатка на плате Intel Galileo. Только с ее помощью они учат играть на фортепиано, даже если инструмента нет под рукой. Это именно то, что мне нравится в технологиях Intel. Они открывают новые возможности обычных вещей. Но главное, они позволяют воплощать мои самые смелые задумки и меняют мою жизнь. Изобретателем быть несложно, если у тебя есть поддержка и пример.